Еду навстречу, надеюсь, не опоздаю. 25 рублей, кстати, проезд. Несколько лет назад он был меньше. Да проходи. Так и ездил 7 лет назад. Как хорошо, что есть телепорт и транспорт будущего. На этот раз мы переместимся в Минскую область на Марьину Горку. Телепорт, Экофест 2018. Погнали! Ну что, мы прибыли на Экофест 2018. Какие ощущения, друзья? Отлично! Все изменилось за год, еще более крутая охрана, и сегодня я даже не представляю, что мы увидим. Будет очень круто. Друзья, ну как обычно, как в прошлом году, куча национальностей, разный цвет кожи, Skyway объединяет всех. Где вы можете увидеть, что едет транспорт будущего? Поехал Юнибус, А вот этот вид подвижного состава я сам даже не видел, то есть он только недавно вышел с производства. Это такая мобильная капсула будущего, где будете пользоваться, наверное, всеми услугами, которые можете себе представить в вашем смартфоне. Смартфоны просто не понадобятся, вы будете пользоваться этим и жить в сети так же, как в интернет, но уже в транснет. Давайте посмотрим, что находится там внутри. Как ощущения? Отличные ощущения, радость и счастье. Да, да. А вот там, видите, струнный мост. Я заканчивал по образованию инженер-механик, но не буду вас грузить терминами сопромата. Очень крутой мост. Просто нет слов, очень крутой мост. Hi guys, what do you think about Skyway? Fantastic, yeah. It's absolutely fantastic. Unit ski is brilliant, along with everybody else. And it's actually worldwide now. It's spreading worldwide. Okay, thank you, man. Thank you very much. Как вы поняли, транспорт находится на втором уровне, но как строить в горах, как строить в болотах, как строить в джунглях, как перемещать персонал, инженеров, вот, пожалуйста, вот это решение. Это разработка чисто Skyway. Тут ситуация вообще просто, то есть транспорт только начинает развиваться, уже появились мошенники. Печатают билеты и хотят продать. Нормальный бизнес, да? Я извиняюсь, конечно, что в этом выпуске в очках, просто погода стоит безумная. Обещали грозы, но всегда здесь будет очень тепло и атмосферно, потому что Экофест. История этого замечательного ЗИЛа уходит в далекие 2000-е годы, потому что это был рывок, это был прорыв и попытка реализовать Skyway еще вот на таких колесах, еще с таким подвижным составом в той России. Чиновники поддерживали, но, как обычно, не нашли финансирования. И один прекрасный человек сказал: финансирование найдете, реализуйте. Мы будем с вами самыми лучшими в мире. Давайте включим, финансирование найдете, и, так сказать, тогда всем все докажем. Вот таким образом, легко. Это стоит реально дешево, намного дешевле, чем любой транспорт. И вы на втором уровне сможете построить в горах, болоте, где угодно, на любой высоте. Так же, как и частные легковые автомобили Генри Форда семейного типа, в свое время завоевали весь мир, в конечном итоге победив получившую масштабное развитие в 19 веке железнодорогу, так и этот высокоскоростной Юнибус уже в недалеком будущем, когда появится сеть струнных дорог, станет лидером продаж, так как он будет не дороже традиционного легкового автомобиля. Помните систему Кенгуру и вообще такую модульную систему? Вот это можно отсоединять и подвесить сюда, например, подвижной состав для перевозки бревен, нефти, газа, всего чего угодно. То есть это универсальный подвижной состав. Анонимный криптообмен. Что мне Давид привез? Откуда ты приехал? Из Кипра. С Кипра мне привезли... Подарок. Друзья, это не реклама. Ledger Nano, не забудьте заплатить мне за рекламу, конечно, да? Ну, вот этот девайс буду сейчас использовать, чтобы токены мы были в целости и сохранности. Очень-очень все хотят прокатиться. Сколько бы вы отдали за этот билет, если бы он не достался бы вам даром? 1000, 2, 3 отдали бы? Да. Не было вот этого всего, то есть это было все недостроено. Сейчас уже конвейерная лента инновационная, она достроена. Грузоподъемность больше тонны, можно перевозить руду.
медь, все что угодно, все, что добывается, и это прорыв горнодобывающей промышленности. Друзья, это просто невероятно, это погрузочно-разгрузочный модуль. Это целый комплекс, который, наверное, невозможно было создать за такие привлеченные инвестиции, все сделано. Миллиардные контракты по горнодобывающей промышленности не реализуются из-за чего? Потому что не решается проблема последней мили. Невозможно, допустим, с Высокогорья спустить железную руду и сократить издержки, именно операционные расходы. Все это возможно благодаря этой технологии. Соответственно, многие бизнесы будут запускаться и расти просто как грибы во всех странах и континентах. Как без традиционной полевой кухни, необходимый атрибут Экофеста. Что у нас сегодня готовится? Каша гречневая с тушенкой и каша перловая с тушенкой. Друзья, гречневая каша, перловка, пошел есть обязательно. Круто. Это лучшее, что было со мной за последние 29 лет. Сейчас будет уникальный контент. Будем кататься на этом красавце. Знаете, есть тонированные гелики, а тут тонированный юнибус. Самое классное, что я официально ощутил, морской болезни нет, и я смогу перемещаться через реки, через моря. Никакой морской болезни, до свидания, морская болезнь. Официально заявляю, что это, наверное, самый крутой вид транспорта, на котором я перемещался в своей жизни. Здравствуйте. Можно сфотографироваться с вами? Конечно. Вот так, давай, подвигайся. Все сделано эстетично, круто, в лучших традициях минимализма. Вот обожаю панорамные окна. Домик такой, гостевая беседка, даже фонтан есть. Все для людей. Сейчас мы пойдем туда и присядем, проведем тест-драйв Юнивинда. Дверка на два места. Ну, нормально, комфортно. 100 километров я бы проехал. 1000 уже хочется на высокоскоростной стадии. Хочу ездить на таком. Подарочки всякие. Узбекскую шапку мне подарили. Наши узбекские партнеры. Увеличить скорость. Все хорошо, праздник, круто. Экофест, пока обед. Это не линии высоковольтных электропередач. Это будущая легкая трасса. Это было все построено, друзья. Это просто... Я не могу поверить своим глазам за полгода. За полгода мы можем просто генерить и создавать проекты, просто масштабировать их по всему миру. Это круто, это круто. Эта мечта сбывается на глазах. Даже вы видите такие дорожные знаки, которые запрещают с высокими габаритами проезжать дорожной техники, чтобы, не дай бог, вдруг не было каких-то казусов и даже дорожных транспортных происшествий. Здесь мне больше всего понравилось название. То есть, знаете, как это Artificial Intelligence System и так далее. То есть это сразу видно, что настроено на зарубежный рынок. Крутое название, согласитесь. Объединенные роботические системы грузовиков, дронов. Очень крутое название. Область применения, ну, как сказали, это инспекция линии электропередачи. И очень-очень много работы в Skyway, которая, я думаю, будет выполняться в будущем и искусственным интеллектом, и на системе блокчейн. Внезапно подписывается меморандум. Я только пристраиваться буду, чтобы держать. Skyway! Друзья, вот так вот подписывается договор для реализации трассы Высокогорье. Ну что я могу сказать? Поставьте лайки, ваши комментарии, что бы вы хотели, чтобы я показывал в своем видеоблоге. Футуризм, блокчейн. Я думаю, что вот это вот будущее, которое предстает перед нашими глазами. Телепорт, друзья, экотехнопарк, экофест. Погнали! Погнали!